Козмодемьянск стал центром российского интернет-сообщества. Город на Волге открыла для себя и многочисленных журналистов IT-экспедиция Евгения Касперского. Один из ведущих программистов мира, разработчик одноименного антивируса, привез с собой известных блогеров, экспертов в области IT, представителей власти. Задача Касперского, по его же словам, открыть активистам российского интернет-сообщества малые города. И, кажется, у него это получилось. Трехпалубный корабль «Георгий Жуков» впервые привез в Козмодемьянск столь внушительную делегацию. Всего свыше 300 человек. Как позже шутили московские блогеры, Касперского и его команду встречал сам Владимир Владимирович Торопов, мэр города. Несем службу, охраняем город. А мы охраняем интернет. Познакомиться ближе с известным на весь мир программистом Евгением Касперским смогли рядовые жители Козмодемьянска. Он не читал нудную лекцию, а скорее поведал свою историю успеха. Как в 1989-м, когда Касперский работал в Минобороны страны, его компьютер впервые заболел. Тогда он и решил написать универсальный антивирус. Получилось. Сегодня его программа лечит компьютеры практически во всех странах мира. А родители внимательно следят за тем, как дети проводят свое время в интернете? Один из самых богатых программистов, но в первую очередь отец двоих детей. Сам Касперский уверен, проводить время за компьютером молодому поколению нужно как можно меньше. Однако то, что доступ к интернету просто необходим каждому городу, пусть и не очень большому, для Касперского своего рода аксиома. Интернет сейчас как электричество, без этого жить нельзя. Это не важно, это не важно, это должно быть. У нас был довольно длинный список городов, которые мы могли бы посетить, но выбор наш был определен тем, что, во-первых, это Волга, во-вторых, это очень хороший город. Наш кабинет информатики имеет выход в интернет, и эту услугу нам оказывает Ростелеком. Об интернетизации малых городов России здесь, на примере Козмодемьянска, говорили на государственном уровне. Министр связи и массовых коммуникаций страны Игорь Щеголев уверен, интернет и мобильная связь в России должны развиваться по принципу «быстрее, дешевле, доступнее». Тут же привел яркий пример. Одним из главных игроков на этом рынке сегодня является компания «Ростелеком». По своим финансовым показателям эта компания является четвертой на рынке. В общем объеме занимает порядка 20%. Задачи на компании возлагаются, но и мы считаем, что появление нового сильного игрока, в том числе и на рынке мобильной связи, будет вести только к снижению тарифов, к улучшению качества услуг. Все многоквартирные дома Козмодемьянска мы охватываем сетью по технологии FTTB. То есть данная технология позволит предоставить услуги на самых высоких скоростях. Это 100 мегабит. Услуги цифрового интерактивного телевидения, высокоскоростного интернета, и все жители Козмодемьянска будут этим пользоваться. Вся экспедиция была приятно удивлена и на палубе корабля, и за ее пределами. И министры, и блогеры смогли сами оценить, как работает интернет в Козмодемьянске. Wi-Fi доступ в интернет для всех участников экспедиции обеспечивала все та же компания «Ростелеком». О том, что происходит на корабле, Антон Носик, известный блогер, обладатель премии «Рунета», чей микроблог читает даже Дмитрий Медведев, буквально в режиме онлайн описывал в своем живом журнале. Лето, солнце, вода – уже хорошо. И когда еще что-то новое узнаешь про интернет в регионах и про интернет-безопасность, так еще и полезно. IT-экспедиция лаборатории Касперского, по сути, как и ожидалось, принесла Козмодемьянску большую славу. К примеру, если сейчас ввести в интернет-поиски слово «Козмодемьянск», ссылок на этот город выходит уже в 3 раза больше обычного. К слову, сам Касперский узнал о Козмодемьянске также через интернет. В том, что у города на Волге теперь есть все шансы повысить свою туристическую привлекательность, программист не сомневается. Очевидно, что от этого Козмодемьянск только выиграет. Но более подробно о том, как изменился внешний облик города после IT-экспедиции, что подарил жителям Козмодемьянска Касперский и какие традиции народа Мариеву особенно поразили, смотрите в ближайших выпусках программ «Коннект» и «Путеводитель по республике» на телеканале «Регион-12».